среду, 16 мая, из Рязани в Симферополь отправили памятный знак, посвященный воинам-рязанцам, защищавшим Крым в годы Великой Отечественной войны. С приветственным словом выступил заместитель председателя Рязанской областной думы Михаил Кривцов. Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню. Дорогие друзья, дорогие рязанцы, мы с вами только что отметили самый великий праздник, День Победы. Мы с вами были участниками бессмертного полка. Эти празднования показали, сколь велика наша память, сколь велико уважение к людям, участникам войны, к погибшим. Нам дорога эта память. И в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» памятные знаки рязанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в наиболее крупных сражениях, уже установлены на Мамаевом кургане, на мемориале Курской битвы, в городе-герое Бресте, на Пискаревском кладбище в Ленинграде. И в прошлом году нас посетила делегация Республики Крым, где были подписаны соглашения о содействии, о взаимодействии, в том числе и соглашения по реализации партийных проектов. И вот была достигнута договоренность, что мы установим памятный знак, камень рязанцам, которые погибли в годы войны в Крыме, в годы его освобождения. И сегодня мы это мероприятие проводим с вами. Это мероприятие важно еще и символично, что сегодня открыт мост, по нем открыто движение. Вы вчера, если смотрели нашего президента на открытии концерта, на концерте были рязанцы, которые держали табличку «Рязань». То есть Рязань приняла активное участие в строительстве этого моста. Там были использованы и крепежные элементы, которые производились в Рязанской области. Так что все у нас идет по плану. Я думаю, что эту традицию установки таких камней мы будем продолжать и дальше, чтобы наши молодые люди поклонялись, ходили, возлагали цветы. Конечно, это довольно-таки затратное мероприятие, но спонсорами выступили присутствующий здесь Подольский Александр Вячеславович, депутат Рязанской областной думы Агапкин Михаил Иванович. Я думаю, что всем важно это событие, и в Крыму будет память нашим рязанцам, чтобы гости Крыма, рязанцы, могли прийти, поклониться и возложить цветы.